Уважаемые жители нашего города, 8 сентября состоялись муниципальные выборы. В нашем городе избрано 15 депутатов. Я искренне хочу выразить признательность всем тем, кто проявил активную жизненную позицию. Явка по городу Ивангород составила более 30%. На фоне Кингисеппского района это неплохой результат. Мы показали хорошую явку в целом. Я хочу пожелать всем избранным депутатам и в дальнейшем проявлять себя, работать на избирательных участках, оправдывать то доверие, которое было возложено на них избирателями. Депутат – человек, который непосредственно находится на своем участке, на своем избирательном округе. Он обязан донести до исполнительной власти все проблемы, все сложности, весь негатив, который он собирает на себя, и в конечном итоге добиться решения вопросов избирателей. Отдельное слово благодарности я, конечно же, хочу сказать моим избирателям, которые поддержали меня на моем избирательном участке и которые поддерживают меня уже не первый избирательный срок. Могу с уверенностью сказать, что все ваши наказы будут у меня на контроле и в обязательном порядке будут выполнены. Ваше доверие дает мне силы для того, чтобы работать дальше на благо наших жителей, на благо города Ивангород. В нашем городе огромные перспективы, и кто, как не мы, должны реализовать их. Кто, как не мы, должны сделать наш город чистым, красивым, комфортным. Кто, как не мы, должны придать нашему пограничному городу действительно статус города, который первый встречает всех гостей. По его внешнему облику создается полное впечатление о России в целом. Привести в порядок наш замечательный город – это задача на сегодняшний момент государственной важности. Сегодня делается много, есть огромные перспективы и большое желание для того, чтобы реализовать все эти замечательные задумки. Нас поддерживает и район, и область. От нас требуется кропотливая, тяжелая, но очень продуктивная и хорошая работа. Мы готовы работать дальше и делать все для того, чтобы наш город выглядел хорошо, красиво и достойно.